Всем добрый день! Вы на канале вязания Тангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Цен, YouTube, Telegram, Рутюб и смотрим бесплатные видео мастер-классы. Сегодня первая часть вязания жилета. Мотивы у нас. Мотивы идут внизу и мотивы идут такие вот вертикальные на полочках. Должно получиться что-то вот такого плана. Два рядочка мотивов горизонтальных. Вертикальные, вертикальные. Это основа. Сегодня мы ее будем вязать. Сегодня мы с вами будем вязать очень интересный жилет. Первая часть у нас будет из мотивов. Как вязать мотивы я показывала буквально 2 дня назад. И перед этим мы с вами как раз научились вязать мотивы. Научились вязать мотивы безотрывно. Сегодня наша задача продолжить эту тему. Мы вяжем по объему бедер ленточку из мотивов. По объему бедер ленточку из мотивов вяжем, обвязываем ее до конца. И это я тоже показывала, как нужно сделать. И потом я хочу показать, как переходить на второй ряд. Обвязали первый ряд, но не до конца. Довязываем до того момента, соединили воздушную арочку и провязали 3 столбика. Теперь, вот у нас осталось тут еще место не довязано, теперь мы начинаем вязать новый ряд. Как? Точно так же. Представим, что мы вот половинку, вот она у нас, повернули. Как мы с вами вязали? Ровно с половинки. И вяжем, вяжем, вяжем. Точно так же мы сейчас делаем с вами. Мы провязываем 16 воздушных петель. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все делаем то же самое. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Все, что мы с вами делали, вяжется принцип одинаков. Замкнули в круг соединительным столбиком. Прошли 3 воздушные петли и набираем в кольцо. У нас один столбик есть, второй пошел. Набираем 24 воздушные петли. Что я говорю? 24 столбика с одним накидом. Провязали 24 столбика с одним накидом. Присоединяемся обязательно 2 петли. Присоединяем. Еще разочек соединительным столбиком проходим 3 воздушные петли, это наш столбик, первый будет. Вот. Провязываем один столбик и второй. Наша задача соединить мотивы. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим наши мотивы, что мы соединяем. Мотив не довязан до первого ряда, мы соединяем там, где у нас воздушные арочки. Ровно по центру, вот сюда. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся к нашему мотиву. Вяжем 1, 2, 3. Вот. Что у нас получается? Давайте смотреть. У нас получается вот такая картинка. Первый ряд связанный, второй ряд начало. Вот такое у нас начало. И боковиночка. С нее мы начинаем вязание нового мотива. Этот мы оставляем в покое. Этот мотив мы будем первый вязать в самом конце, при завершении всего нашего узора. А пока наша задача провязать опять 16 воздушных петель. 24 столбика с одним накидом и соединить воздушную арочку. Провязали 24 столбика, все соединили в круг, 3 петли проходим соединительным столбиком. 1, 2, 3. Провязываем первый столбик и второй.
То есть все вязание мотивов всегда начинается, заканчивается одинаково. Теперь провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И смотрим, где наши мотивы и что нам нужно соединять. Вот у нас мотивы. Мы соединяем длинную цепочку. Вот она у нас. В центр. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся к своему мотиву. Провязываем один столбик, второй и третий. Делаем одну воздушную петельку. И еще раз выравниваем все наше вязание, чтобы понять, что нам делать. Вот наши мотивы. Мы связали начало первого мотива, соединили только в длинной цепочке. Начало второго мотива соединили в длинной цепочке. Провязали 3 столбика. Теперь наша задача соединить с первым рядочком. Вот между столбиками у нас 2 воздушные петли. За это место мы присоединяем. Воздушная петля. Возвращаемся к своему мотиву. Довязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. По принципу вязания мотива уже мы должны помнить, что мы чередуем длинную цепочку и короткую. Значит, сейчас время длинной. 1, 2, 3, 4, 5. Мы находим длинную цепочку. Вот она у нас. В центр вкалываем крючок. Проводим нашу длинную цепочку. Возвращаемся. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем 1 столбик с одним накидом, 2, 2 и 3. Вот. То есть у нас, смотрите, опять половинка идет мотив. Значит, как только мы доходим до половинки, мы начинаем вязать новый мотив. Начинаем набирать 16 воздушных петель, присоединяемся к большой арочке. Довязываем. Мы делаем все то же самое, как делали со вторым мотивом. Первый мы пока оставили, мы про него забыли, мы про него не думаем. Связали второй мотив, точно так же вяжем третий, четвертый, пятый, десятый, столько, сколько нужно. Соединение у нас в длинном месте, в коротком и в длинном. И опять новый мотив. То есть смотрим, как провязывается второй мотив и повторяем третий, четвертый и так далее. Вот именно на половинке мотива мы начинаем вязание нового всегда, все время, вне зависимости, какой это будет ряд. 1, 2, 3 и так далее. Мы провязываем весь наш второй ряд по периметру. Прошу прощения за то, что у меня здесь не связанный переход. Камера забарахлила и стерла то, что я уже записывала. Поэтому я кратенько расскажу, что мы провязали первый ряд, набрали по объему бедер, завершили вязание, набрали второй ряд мотивов, завершили вязание, но не до конца. Перешли вот на второй ряд и, не довязывая мотив, мы начинаем вязать вертикальную полосочку. Как ее вязать, мы знаем. То есть мы вот за любой мотив, вот наши недовязанные, допустим, мотивы, провязали 3 столбика и начинаем 16 воздушных петель. Ленточку-то вязать мы с вами умеем, и уже несколько раз мы вязали. То есть самый последний мотив мы не завершаем до конца и не идем обратно, а мы вяжем вертикальную полосочку. Я их связала 2. Мне кажется, так будет симпатичнее. То есть наша задача — провязали мотивы в одну сторону, завершили во вторую сторону и начали вязать вертикально первый ряд мотивов и второй. Мне показалось, так будет симпатичнее. И потом уже завершаем вязание. Я довязала 2 ряда туда и обратно. И теперь, когда в обратную сторону мы идем, последний мотив мы вяжем вертикально, вот так вот. Что у нас должно получиться? Я связала туда и обратно. Теперь последний мотив и первый мы провязываем на высоту нашего жилета. Вот, то есть, что
Мы связали. Не довязали один и два момента, да? Разворачиваем вот в эту сторону. И как нам привычно, мы с вами знаем, что вот с этого момента мы начинаем делать новые мотивчики. А как мы их делаем? Мы знаем, как мы их делаем. Мы вяжем 16 воздушных петель. И вот они, наши половинки мотивов у нас есть. Ни с чем не соединяем, просто вяжем вот так вот, как по факту есть, так и вяжем. Вяжем на высоту жилета. 24. Я набрала 16 воздушных петель. Кольцо провязала 24 столбика с одним накидом. Точно так же мы с вами все делаем, точно так же. Переходим по цепочке. 3 соединительных петли. Провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Почему 3, 5, да? Вот. И теперь мы присоединяемся в цепочку. Вот она у нас цепочка. Можно прямо сюда в центр. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к нашему мотиву. 1, 2, 3. И начинаю вязание мотива заново. То есть вот мы связали самое начало мотива. Следующий мотив мы начинаем вязать вот с этой точки. Вот с этой точки. 16 воздушных петель. 24 столбика. Присоединяемся в 5 воздушных петель. И присоединяемся вот в эту арочку, довязываем половинку. Точно так же, как мы с вами начинали вязать, можно посмотреть нашу планку, которая у нас горизонтальная. То есть вот такое начало. Одна группа из 3 столбиков и вторая. И мы начинаем вязать новый мотив. Новый мотив мы вяжем ровно половинку. Половинку и половинку. Точно так же мы будем вязать и сейчас. Вот наш первый мотивчик недовязанный. И следующие мотивы вяжем, смотрим видео мастер-класс, как я это делала. Я провязала ленточку нашу вертикальную, наш мотив, завершила вязание. И мне захотелось связать еще второй мотивчик. То есть ленточку увеличить можно, просто-напросто довязать и дальше соединять. Можно добавить еще, там где мотивы, это легко делается. И тогда получится вот такой узор. То есть два мотива вертикальных, горизонтальных и также. То есть первый и второй, и последний, предпоследний мотивчик мы просто-напросто увеличим. Вот смотрите, на каком это этапе делается. 1, 2, 3, 4 провязано. Из той ленточки, с которой вертикально я довязывала. Довязываем вот до этого момента, вот половинка. Помните, вот если вот так нам перевернуть, 1, 2, 3, 4 столбика. И вот с этого момента нужно начать вязать новый мотив и идти в обратную сторону. Я провязала мотив второго ряда, завершила. Вот мы знаем, как это завершать. И вот подошла к тому мотивчику, с которого мы начинали. То есть наша задача соединить вертикальную полоску и горизонтальную. Вяжем все точно так же, все как мы и вязали. Никаких новых принципов вязания нет. Мотивы всегда вяжутся одинаково. 3 столбика довязываем, соединяем. 1, 2, 3, 4, 5 с воздушной аркой. 1, 2, 4. 5. Вяжем наши 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, довязываем 1, 2, 3 столбика. 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы вяжем все по плану, как
наш мотив должен быть. Три. Две воздушные петельки, еще три столбика. Один, два, три. И еще, да, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть весь мотив, наша задача обвязать полностью. Один, два, три. И вот после того, как мы его связали, вот он у нас, мы его начинаем соединять. Соединяем со следующим мотивом, так как мы знаем, умеем. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Так, это мы с вами его соединили с первым рядом. С первым рядочком. Теперь наша задача. Вот что у нас получилось. Мы соединили мотив второго ряда с первым рядочком. Вот так. Довязали низ. Опять разворачиваем вязание. Воздушную петлю мы провязали. Довязываем. Один. Два. Довязываем тот мотив, который у нас горизонтальный. Вот он, горизонтальный. Верх мы еще не соединили. Верхушка вот она у нас еще. Мы только сейчас будем соединять. Вот, соединили горизонтальный мотив. Теперь раз, два, три, четыре, пять. Длинную арочку соединяем. Один, два, три, четыре, пять. То есть мы по очереди, соблюдая очередность, соединяем мотивы. Воздушная петля. И вот теперь мы уже подставляем мотив нашего вертикальной, нашей вертикальной полосочки. То есть очередность. Мотив довязали, который мы сверху спустились. Соединили с первым мотивом. Перешли на мотив нижнего ряда. И теперь вот так. То есть вот таким образом мы соединяем. Вот так. Вот. Теперь разворачиваем эту сторону. И соединяем. Все принципы соединения, они одинаковые, только внимательно нужно посмотреть, в какой очередности. Один, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. И завершаем, получается, соединение. Нить мы уже соединили. Вот. Еще разочек. Связали первый ряд, вернулись, связали второй ряд, вернулись и соединили. С горизонтальной лентой. Три столбика провязали, воздушная петля. Соединили воздушная петля и перешли на уже новый мотив горизонтальной полоски. Вертикальная у нас уже связана. Как соединять? Дальше уже мы все знаем. Я хотела показать именно вот этот момент соединения. Вот наша горизонтальная полосочка.
довязываем ее до конца. Вот наш первый самый мотив второго ряда. Мы его точно так же соединяем, как все остальные мотивы. И для того, чтобы начать полоску, вертикальную, нам нужно не до конца, раз, два, три, четыре, пять, не до конца связать, один, два, три, четыре, пять, не до конца довязать этот мотив. Мы довязываем до половинки. Вот наша половина. Раз, два, три, четыре, вот. А всего у нас из 8 состоит мотив, да? Узорчиков. Вот 4 связали. И теперь начинаем новый узор. Вот. И вяжем туда и обратно 2 мотива. И первая часть у нас вот такой красоты будет готова. Как вязать, мы знаем. Вяжем 16, да? Все как всегда. 16 воздушных петель. 24 столбика с одним накидом и присоединяем. Вяжем раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Что у меня в итоге получилось? Я связала вот такую основу для жилета. Вертикальные полоски, горизонтальные и вертикальные из мотивов. Как их вязать? В самом начале смотрим. Обязательно пробую. Я вот так сложила, то есть что у меня получилось. Планочка верхняя и горизонтальная между ними. Я ее сложила несколько раз, чтобы вам было образно, да, понятно, что первые и последние 2 мотива мы вяжем вертикально. Я связала вертикально 9 мотивов, 9, и внизу 2, то есть всего 11. Вот. На размер у меня получится где-то на 50-й размер, я так думаю, предполагаю. 50-52, наверное, даже. Вот, не ушло даже 100 грамм, меньше. И в итоге вот такая замечательная ленточка из мотивов у нас готова. Первый видеомастер-класс, вернее, первая часть видеомастер-класса завершена. Наша задача — научиться вязать мотивы. Мы вяжем в одну сторону, возвращаемся во вторую, вяжем вверх, идем в обратную сторону и возвращаемся. И точно так же вяжем 2 лямочки здесь, завершая вязание. Самый последний ряд — это вот у нас идет завершение боковой части, потому что у нас боковая часть была не довязана, и мы ее довязываем полностью, включая даже самые наши начальные мотивы. Как довязывать, я думаю, в процессе вязания вы уже хорошо разберетесь, потому что когда вяжется много мотивов, они уже вяжутся на автомате. Вот, огромное спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Мотивы очень легкие. Обязательно попробуйте, это совсем не сложно. До новых встреч! А на следующем видео мастер-классе мы будем вязать заполнение узором, то есть наша задача — связать от мотива, до проймы основной узор. До новых встреч! Подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Дзен, Телеграм, Рутюб и так далее. И будем вязать вместе.